Всем трема доброго времени суток, это канал Лейзи Дмитрий Ленивый. Ленивый я. Да уж. Ну что, мы с вами продолжаем The Escapist 2. Напоминаю, что ссылка на плейлисты группы ВКонтакте в описании под видео. Со лайки, дизлайки, подписки, без отписок, комментарии с меня контент. Извиняюсь за свое сопение. Так, про подписки я сказал? Сказал. Подписывайтесь. Так, и собственно говоря, как видите, у меня почему-то 3 звезды. А почему у меня 3 звезды? Не помню. Так, мне сейчас нужно найти... Завтрак, это, конечно, круто. Мне нужно найти эту... А, вот. Сходим на завтрак. Нужно понять, кто где работает. Мне нужен повар. Повар это Линдеса. Все, пошли на завтрак. Повар это Линдс, и я хочу у него отжать эту работу. У Линдеса. Да иду я, иду. Я же не робот. Куда дальше-то? Эй! Ай. Так. Так, Херсинс. Тебе что надо, отстань. Хелп, меня бьют! А, вот и Линдс. Чё ты ко мне пристал? Да блин, ты так вот... Нет, ну... А, все-таки это человек. Так, где у нас Линдс? Тихо, 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 тихо. Нет, ну отстань. Нет. Получилось. Хм. А я думал, это роботы. Честное слово. Че, чувак, без трусов пошел? Так, линзы контролируем. Я извиняюсь за чавканье. Не, не пущу. А, того туда принесут. Посмотрим, что у него есть. Ужасный синяк. Да нет, он не пил. Зачем это так? Ай! За что? Да блин, ч... Так! Слушай, ты! Это кто вообще? Слушай, сюда иди. Дрень такая. Черт, я Линдса пропустил из-за этой сучки, блин, дрянь, а.
Ах, он ушел. Так, а ключ надо забрать. А, надо врезать. Ты че за мной бегаешь? Help! Преследуют два придурка, я не знаю, чем им надо. Ай! Ты чё ты до меня, ты-то чё до меня доскрёбся? Чё ты за мной бегаешь, полудурочный, блин? Козлина, а? Кретина, кусок, блин, нет, все мешают. Пытался, блин, этого придурка без работы оставить, не получилось. Пытался крысу забрать, опять не получилось. Вы что, угораете, что ли, блин? Капец какой-то. Ты этот, блин, что-то до меня доскрёб. Да кто вообще, я не понимаю, это что за... Так, пустите меня. Тебе что надо? Ты в Армсе, блин. Ты кто такой вообще? Ты попробуй подерись тут, да? Ага. Забрал. И что дальше? Ну. А, вот, нарисовали, что делать. Ага, все, вижу. Так. Кому тут? Ай! А, линзу? Так. Ну, из плюсов, как я уже говорил, это у нас так. Ты что попросишь? Я устрою себе вечеринку. Главное угощение — фрукт. Ай! А ну иди... Кто меня треснул? Или не меня? Не очень понял, ну да ладно. Так, есть важный момент, который я забыл вам сказать, который я выяснил в прошлом прохождении. Ну как в прошлом? В прошлый раз, когда остался без записи. То. Можно обыскивать. Есть возможность обыскивать в камерах, не привлекая внимания. Сейчас покажу. Сейчас это мы берем. Так, ставим. И смотрим. Все. Ух ты. Ну, то есть, да, он как-то все равно реагирует. Ну, то есть он все равно реагирует. Это не очень удобно, но. Так, нам нужен Линдс. Линдс. Кому-то тогда. Держи свой фрукт. Цени, цени. Ты что скажешь? Наша столовская стряпня просто трагедия. Хочешь что-нибудь вкусную? Плитку шоколада. Окей. Ты меня видишь? Ты тоже хочешь плитку шоколада? Эй, уйди! Отстань! Отвяжись! Отстань, противный! На всех плиток шоколада не хватит, что ты привязался. Не дам я тебе плитку шоколада. Это не тебе. Отвяжись. Нет, это перекличка, да? А где уж она? А, вот здесь. Мы тут не для того, чтобы корешиться, да? Может быть, вот так тоже можно? А, нет, так нельзя. Хм. Да отпусти ты ее! Ты че вцепился-то, блин? А че, нет, главное, я нажимаю влево-вправо эскейп. Вообще ничего, стоит и стоит, блин. Сараза. Ладно, пофигу. Главное, плитку шоколада я утащил. Блин, Линдс сейчас опять убежит. Медик, ты где? Давай быстрее. Мне Линдса надо подержать. Я хочу поваром быть. Еще не откинулся, не надо сказки рассказывать. Кстати, как отсюда сбежать, я так до сих пор не выяснил. Э, куда? Просто в самую дальнюю часть. Охренеть, блин. Ладно. Полежим, отдохнем. В общем, обыскивать можно, но тут очень много охранников, и по степени, скажем так, ну, нудности, что ли, эта тюрьма, конечно, превосходит тундру.
ну, охранников, камеры. Это несложно, это, ну, блин. Это как, надо вот сейчас сидеть и высчитывать, что вот пойти сюда, сделать вот это. Ну, блин, это уже, знаете, это немножко нудятина. Кому там надо отдать-то? Эй, где? Линц. Так. Ты что тут делаешь, морда? Стой! Стой, шоколадоедик. Еда шоколадик. На, получи. Кушай. Блин, сейчас будет работа, я не успею! Собака, черт, не успею. А нет, успею. Успею. Не успел. А, не, нормалды. А он уже там был, да? Ага, на работу-то он зашел. Черт. Хотя подожди, на работу-то он зашел, но наряд-то он не выполнил. Чё, блин, просто орды какие-то гуляют. Чё тен? Чё один нет? Ты достал, чё тебе надо, а? Отвали, придурок. Не пойду. О, вон Линз бежит. Отстань от меня, ну ты чё, блин? Да отвяжись! Чё, бегает он мне накидывает, блин, 50, 60. Дайте мне где-нибудь спрятаться от этого придурка, блин, блин, от меня не отвяжется. Они вдвоем, что ли, стоят около меня, бычат, блин? Жесть какая. Да отвяжись ты от меня. О, отвалили оба. Тут медицинскую форму с собой таскай. Нет, Линз, я тебя не пущу, даже не надейсь. На работу ты сегодня не попадешь. Уж извини, приятель, но это так. Мне нужна твоя работа. Стоп. Не, чувак. Стоим здесь. Не пушу. У меня, конечно, сейчас этот полудурок сюда не зайдет. Что-то в этой тюрьме какие-то все агрессивные, да? Нападают, блин, без толку. Охранники постоянно бычат, блин. Ой. Так, а Линз не уволен, да? Ничего я не замышляю. Я пытаюсь стать поваром, отстань. Я иду к своей мечте. Ты чё, сдурел, что ли? Хм, интересно. То есть эти придурки на меня нагрелись по самой неболусе, и теперь за мной гоняются, да? Хорошо. Морд, что ли, понабивать? Блин, да что ж вас так много-то, а? Прятаться не... А, вот есть, кстати. Все, отстаньте. А! А это что за место? Я тут не был. Хм.
Че надо? А ну взял, накинул мне просто, блин. А че сейчас? А, душ. Ну, пошли. Хватит копаться, я набью тебе морду. Мне дадут дойти сегодня до этой долбанной биржи. Или как она там? Нет, я соблюду режим, отстаньте. Толпа извращенцев гоняется за мной. Что им всем надо? Кто-нибудь курс? Ну нет, я без боя не сдамся. Эй! Продолжаем забег. На перекличку, все дружно, за мной, отряд. Двигаем, двигаем, на перекличку. Так, ты тоже за мной. Ты что, отстал? Не хочешь? Блин. Печально. Так, продолжаем движение. Давай, 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 давай. Преследуем меня. Преследуем, преследуем. Он уходит, уходит направо. Ушел. Уходит. Уходит! Уйдет ведь! Мужики, быстрее! Он уходит! Он ушел. И на перекличке побывал. Скотина. Проще, по-моему, дать им мне морду набить. Не достали. Ну сколько можно, бляха-муха. Я пытаюсь добраться до этой, как ее, до биржи труда, блин. Меня обыскивать будут. Все? Ребят, у меня всего 2 звезды, 7 из 7. Дайте мне дойти до этой, до биржи, блин. Где она, кстати, кто помнит? Второй этаж ведь, да? Она где-то вот тут ведь, да? Ага, то есть мне надо вот... Вот какая-то вот так, по-моему, лестница, да? Чуть не постоянно дерутся здесь. Да отстаньте, хватит мне накидывать, блин! Не надо за... Опять за мной бегает. Придурок, блин, а. О, повар. Все? Что? Я подаю заявку на работу! Че ты за мной прибежал, идиот, блин? Кретин, блин. Опять, блин, еще один. Я тебя вижу. Я тебя тоже. Я морду тебя набить, блин. И набил бы. Ой. Все, заколебали. Ну и денек. А что мне... Эй, а в смысле? А что мне... А, еще же не сон точно. А, подожди, нет, возвращение в камеру же был. Так. Фрэнки, да? А почему мне звезды не сняли? Слушай... Старше с ним никак договориться нельзя. Вот в чем проблема. А может отказаться, а? В смысле? Не понял. Это что сейчас было вообще? Я вообще-то хотел нажать С и выйти. Что за бред вообще? Что сейчас случилось? Почему? Почему они меня вдруг согрелись? Все причем. Мне скорее всего мне треснул, гаденыш, блин. Пошли позавтракаем, что. Деньги нужны. Что у нас там по деньгам? 80. Мало. Нужно 150 минимум. Ну, чтобы сразу все советы забрать. Чё уж. Пошли позавтракаем. Драгоценный камень. Чё за драгоценный камень? Хрен его знает. Но камень. Драгоценный.
Слушай, Фрэнки, казнина. Знаешь, ты мне не нравишься. Хочешь умирать? Помрешь, гнида. Скотина, блин. На скамере был драк, используйте принадлежности. Ага. Пошли поищем. Пить за мной гоняется. Да отстань ты от меня, блин, а вы чё? И побежал, и побежал. И все, сейчас полчаса за мной бегать будет. Они где-то рядом. И опять побежал. Причем туда, где я нахожусь, заметьте, он не теряет меня. Наряд. Все, отстань. Я на кухню. Вот это, кстати, раздражает. А, нет, он отвернул. Ну ладно. Пошли посмотрим, что это за кухонный наряд. Так, а проход вот тут, да? Что делать? Так, возьмите тесто и начинку для пирога из холодильника. Приготовьте неиспеченный пирог, соедините в тесто и начинку, духовку. Холодильнику. Ага. И чё? И чё? Куда дальше? На поднос. А где поднос? На поднос. Сюда, что ли? Какой... где поднос-то, алё? А, их несколько должно быть. В смысле? Да! Не понял. Эй, момент. На, держи. Вот тебе поднос, тебе начинка, тебе еще начинка, тебе пирог. Все. Ну, в целом, ок. Понятно. Контейнер пуст. А! Да, серьезно? Так давайте это... отдай! Стой. Пирог тебе. Надержи. Так, что тут? Найдите красивый... А, да, красивый рисунок. Ладно, с работы разобрались. Ну, в принципе, забавно-то. Интересненько. Что по деньгам? 140. Блин, десятки не хватает. А, ну вот сейчас, кстати. Как раз мы ее и заработаем. Видите, то, что перелазить приходится, вот в чем проблема. Ой, куда-то наверх ушел. Ага, а где-то этажом выше. Стой, стой, ты где? Держи свой рисунок. Физ упражнение. Пошли. Так, что там по деньгам?
165, отлично. Мы сейчас к телефону сходим. Наконец-то узнаем все подсказки о том, как отсюда сбежать. Да мне две звезды сниму. О! Эй, желтый ключ, стой! Я тебе морду бил, подожди. Ну, остановись, дайте подарок сделать. На, держи. Вот тебе форму заключенную, а вот тебе череп. Че, ничего, череп тебе дарю. Че пристал? О, ну нет, у меня больше черепов, надо за мной гоняться, блин. Дурила. И денег нет, отстань. Так. Многие годы человечество мечтало покорить космос, но не таким способом. Я знаю приблизительное место... местонахождение пульта управления гравитацией, чтобы дать тебе фору и шанс на то, чтобы выбраться на свободу. Чтобы добраться до пульта управления гравитацией, иди в сторону кабинета надзирателя, и если все пойдет хорошо, я бы воспользовался чем-то типа реактивного костюма. Может, тебе удастся стырить один из костюмов в помещении охраны в восточной части тюрьмы. Как-то сложно. Комната надзирателя. Хоть за мной бегать, чувак. У тебя работают идеи... Заняться, что нечем. Так, что еще тут есть? Один из служебных роботов трепал своим механическим языком что-то о сломанном шаттле. По моим расчетам, он находится к северо-востоку от тюрьмы, раз там построен бокс для техобслуживания. Если доберешься туда, думаю, сможешь починить колымагу. Энергомеч! Ух ты! Чего ты тут стоишь? Отстань! Не отстает, блин, как дурачок бегать за мной, все, я ем, отстань, все. Отсмотри, как я кушаю. Он кушает, смотрите, он кушает. Правильно, вломить ему как следует, идиот, блин, стоит бычиться, блин, придурок. Все, насмотрелся? На мне кровь. Говна на тебе больше, чем кровь. Так, ну шаттл это, я так понимаю, справа имеется в виду, да? Какой-то придурок. Давай. А медведь-то у нас рисов... Блин, как правильно. Придурок. Кайся. Ну. Да. Бежит. Почисти мои сапоги. Так у тебя нет сапог, ты компьютер, блин. Зачем тебе сапоги чистить? Да ёптац. Он за мной что-то здесь ломанец? Нет, вроде. Да он просто начал это бычить опять. Отвора, слышу, отстань. Эй, ты где? Стой. Да стой ты! Ценишь? Хоть кто-то это ценит. Надо же было проиграть все материалы в карты, как раз когда мой шедевр почти готов. Давай! Че бы не помочь художнику, да? Можно ходить? Можно. Оружие. Вот средний. Хм. Швабры нет. Может, что-нибудь другое взять? Ну, оружие просто надо, чтобы уже этим морду бить. Слышь, козел, я тебя сейчас закопаю, еще раз ко мне подойдешь с этим идиотским, блин, предложением, хватит копаться, блин. Пишем.
Эй! Эй! Забери! Хоть не мешайте. Нет. Пироги. На, иди сюда. Эй. Держи. Вот тебе пирог. Может, поменьше за мной бегать будешь. Так. Еще пару одолжений выполним. Или пошли на этот шаттл смотреть. А как выглядит... Ой, да, блин. Так, стоп. Кабинет, говорит... А, кабинет надзирателя это... Это вот налево, да? А, нужны красные ключи. Ага. Так, есть еще шаттл. Хотя можно обыскать. Так. Ну такое. Низкий. Нужно хотя бы средний. Просто... Нет, реально, нужно хотя бы средний. Сударь, у меня есть для вас подарок. Череп и лезвие. Чтобы вы были бриты-бриты. Как мои яйца. В смысле... Ну, в общем, бриты вы были, да. Бриты. Просто бриты. Так. Короче, нужно искать оружие. Какое-нибудь такое. Какое-нибудь этакое. Время массажа спины. Спасибо, конечно. О, так, а вот это хорошо. Это можно положить в камеру. Наконец-то. Потихоньку полю. Ну это такое, конечно, наконец-то. Так чисто. Потому хорошо, что есть, не более того. Сейчас, по-моему, уже спать, да? А, нет. Что ты за мной бегаешь? Отстань. И все-таки надо сходить направо. Я думал, за мной бежит. Ну, что-то так это целеустремленно. Так, бежит. Зэки наводят на меня жуть. Знаешь, ты нам тоже не шибко нравишься. Так, ну окей, вот здесь, видимо, и чё? Что-то не понимаю. Отдых, да? Это оружие такое все.
здесь ничего активировать нельзя. Опа! Здрасте! И много тут таких точек, где можно вот так спрятаться. Так, нам нужно мыло, да? Надо начинать обыскивать локаты эти камеры уже. Блин, ну иди ты нахрен, а! Чё, ушел, ушел. Она то засекает, то не засекает, блин, это кошмар какой-то. Вернулся в камеру, вернулся. Так. Наконец, с меня звезды хотя бы сняли, блин. То игру засекает, то не засекает, то видит, то не видит, блин. Здесь еще нет того, чего мне надо. Основная проблема в чем? Тут игру сделали просто геморрой на ровном месте, блин. Ну вот сейчас, ну какого хрена он меня увидит? Почему, блин, то видит, то не... Ну как это работает, а? Ну ёкаламане, ну что, блин, тут... Узаконенный чит, нашел, блин, все работает. Нет, твою налево. Опа, ручка от метлы. Стоять. Есть, все. Нашел. Пошли завтракать. Урон низкий, скорость низкий, заход, охват высокий. На дистанции их попиновать, блин. Штанов будешь бегать. Прикольно. Так, еще одна морда набиль. Пошли еще кому-нибудь морду набьем. Надо выяснять, у кого какие ключи. И где все охранники, если не секрет. Куда все? За мной? Крыса. А, бегаю охранников раздел. Пошли на работу, бы как-то прорваться сейчас, чтобы не засекли, блин. Чё? Да выбери ты, блин! Да. Не дадут поработать. Не, не дадут.
Не дают спокойно кредиты. Сиреневый ключ. Тяжела участь повара. Я не могу, это смешно, да? Это забавно. Ладно, будильник уже прозвенел, насколько я помню. Поэтому надо останавливаться. Морды побили основательно. Так что, в общем-то, можно считать, что жизнь прожита. Жизнь прожита не зря. Эй, пирог отдай, скотина. Блин. Да ёп. Ладно, в общем, я тут пока морды побью. Вам, народ, всем огромное спасибо за просмотр. Ссылка на плейлист и группу ВКонтакте в описании под видео. Со лайки и дизлайки. Подписки без отписок, комментарии с меня, контент. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто же до сюда смотрел, обнимаю. Парни, хлопаю плечу, девочку, мука, щечку. Увидимся в следующей серии. The Escapist 2. Безоговорочная форева. Как сбежать, понятия не имею из этой тюрьмы. Ну, будем думать. Как-то так.